Всем приветики, дорогие друзья, вы на канале Funny Games, и сегодня мы с вами будем продолжать играть в крутую игрушку, которая называется «Машинки против зомби». Так, ребятки, ну что ж, посмотрите уже, насколько мы с вами заделали этот крутой хаммер, который, ребятчики, нам помогает справиться с нашими нехорошими зомбами. Так, ну что ж, ребят, посмотрите, у нас есть 74 тысячи долларов, 629. Так, давайте с вами куда-то что-то купим. Так, ну что ж, я предлагаю, ребятки, купить уже, наверное, двигатель. Раз у нас есть 74 тысячи, давайте уже купим нормальный двигатель. Пускай он у нас все-таки будет. И, собственно, давайте, наверное, начнем нашу замечательную игрушку. Так, ребятки, мы на новом уровне. Мы в прошлый раз доехали до вот этого старого здания. Осталось нам совсем еще немножко, и мы пройдем игру уже с вами полностью. Вау, ребята, посмотрите, как я... Ого, там сразу большой зомби стоял. В прошлом уровне, ребята, он стоял уже в конце. А в этом, ребятчики, в самом начале. Вау, классно. Ну-ну-ну-ну-ну, что ж с тобой такое? О, нет. У меня же даже есть этот, ребятчики, ракетное топливо. Вот, ребятчики, с ракетным топливом мой автомобиль идет на взлет, так сказать. Так, ну что ж, в принципе, бензин еще у меня есть, ребятки, и мы продолжаем наш замечательный путь. Но пройти мы, наверное, уже кирпичные стены, видите, пройти мы его, наверное, сможем только на автобусе, который стоит 300 тысяч долларов, ребятки. И после того, как мы его затюнингуем, наверное, вот после этого мы только сможем, наверное, приобрести, так сказать, этот самолет. Ну что ж, поехали. О, ребятки, с новыми колесами автомобиль движется намного быстрее, намного лучше. Видите, ящики меня вот эти задерживают. Тем более задерживают кирпичные стены, которые здесь поставляли эти зомби. Хотя бы они пытаются меня съесть. Второй большой зомби отлично справился. Так, третьего мы, ребятчики, перескочили. Отлично, ребята, просто супер. Довольно-таки неплохо. Вау, давай. Все, ребятки, бензин закончен. У нас есть 57 тысяч долларов. Давайте с вами, наверное, сразу купим коробку передач и будем двигаться потихонечку вперед. Все, ребяточки, теперь наша тачка быстрее едет. Вы только посмотрите. Вот это круто. Вот это классно, ребята. Вот это да. Ну что ж, давай, газуй, что ты стал? Вау, классно, ракета пошла на взлет, ребят. А, зомбик перелетел в машину и разлетелся, вы видели? От кирпичи. Так, ну что ж, дорогие друзья, наверное, мы здесь с вами и заклякнули. Закончился. Лампочка мигает, все, ребятки, бензина у нас попросту бабах. Так, ну что ж, ребятки, 68 тысяч это... довольно неплохо. Давайте купим себе новую штуку. Ого, ребятки, посмотрите, какая молотилка. Она будет крутиться, наверное, и превращать зомбиков. Мясо. Да, ребята, посмотрите, она разрезает зомби. Неплохо так, да? Но, ребятки, я вам хочу сказать, что кирпичные стены, наверное, смогут разбить только автобус. Я так думаю. Да, обычный автомобиль с этим делом попросту не справится. Ого, вот это был взрыв. Довольно-таки неплохо. Ба-бам, второй взрыв, отлично. Что ж, мы намного дальше заехали, ребятки, чем в прошлый раз. Плохо. Ну что ж, ну все, вот на этом, ребятки, мы и с вами и закончим. Так, давайте купим, наверное, оружие. Все, ребятчики, у нас машина заделана по максимуму. Осталось нам, ребятчики, собирать деньги на автобус. Нужно нам 300 тысяч долларов. Ну что ж, ребят, поехали. Да, ребятчики, а вот этот пулемет, который у меня стоит, противозенитная пуля, ребят, которая сбивает все. Довольно-таки прикольно. Давай, вперед. Кирпичи разбиваются после моего ракетного двигателя, ребятки. У меня на джипе установлено два ракетных двигателя. Ребячки, я перевернулся. Давайте начнем по новой. Опять перевернулся. Что ж такое-то?
дальше мы заедем, и чем больше зомбиков перебьем, тем лучше для нас, ребятки. Так как мы с вами с легкостью сделаем все, что нам нужно. А именно. Пройдем и дойдем, ребятки, этот уровень до конца. Довольно давно мы не играли в эту игру, ребят. В прошлый раз играли очень давно. Проходили ее. Играем в нее каждый день. А проходил я эту игру, по-моему, еще в прошлом году. Все, ребяточки, вот куда мы заехали с вами. Ну, неплохо, довольно-таки неплохо. Заработали уже 126 тысяч, дорогие друзья. Еще пару раз мы с вами так проедемся и заработаем себе на автобус. Отстань ты от меня, прицепился зомби. Прицепился он ко мне. Пускай от меня уже отстанет. Ого, вот это его разбило. Ребятушки, ускорение закончилось, и лампочка бензина сейчас, естественно, начнет моргать, предупреждая нас о том, что бензин уже кончается, что нужно нам заправляться. Все, ребятушки. Ну что ж, неплохо довольно. 100 тысяч. У нас уже есть 226 тысяч. Ребяточки, еще один раз мы вот так вот с вами проедемся и купим себе автобус за 300 тысяч долларов. Дороговато, конечно, но автобус нам как нужен для того, чтобы преодолевать препятствия, различные эти стены, которые здесь понаставляли зомби. Нам надо их преодолеть. Видите, вот такие термичные стены. Автобус, я думаю, преодолевает все препятствия, ребята. Ракетное топливо у нас закончилось. Теперь я выключил. Продолжаем двигаться дальше. Баба! Два из зомби как бегают, очки быстро. Ого, довольно далеко, ребятки, мы заехали. Заработали 341 тысячу долларов, ребятки. Ну что ж, отличненько, ребятки. Ну что ж, покупаем. Сразу себе автобус вот такой вот. И вперед, в путь. Ого. Довольно прикольная тема, ребятки, на автобусе кататься. Да, на автобус надо бы, ребятки, установить ракетный двигатель. И купить побольше бензина, тогда автобус, я думаю, с легкостью будет преодолевать любые препятствия. Он довольно-таки мощный, сделанный на тягу, и, вот смотрите, стены ломает на раз-два и скорость не сбрасывает, что мне очень нравится. Все, ребятушки, бензин закончился. Но, тем не менее, мы показали неплохой результат. Так, ну что ж, ребятушки, 100 тысяч у нас есть. Так, я предлагаю, ребята, купить новый двигатель. Так, и, наверное, еще галлон бензина сможем купить. Ну что ж, поехали. О, с новым двигателем едет намного быстрее, я хочу вам сказать. Я думал, оно как-то будет одинаково ехать. Но новый двигатель все же быстрее намного, и видите, как мы с легкостью ломаем эти препятствия, которые для нас тут расставили разработчики. Да отстань ты от меня, смотри, прицепился зомби на крыше, аж два. Все, вроде бы отстал. О, смотрите, как мы кирпичные стены валим, ребят. Классно! Ребята, вот это да. Давай, давай, еще немножко осталось. Баба, круто. Да,
же ты бежишь, куда же ты идешь? Дайте мне поехать. Ребятушки, закончился у меня бензин немножко не вовремя. Так, ребятушки, ну что ж, давайте, наверное, прикупим себе что-нибудь. А прикупим мы, наверное, ребятушки, коробку передач. Пускай будет. И, естественно, галлончик бензина. Отличненько, поехали. О, уже намного быстрее, ребятушки, стало ехать в машину. Теперь, ребятушки, скорость между переключением передач будет намного быстрее. Еще дальше немножко заехали, видите, в этот раз немножко не так. Так, ну что ж, давайте купим колеса. Так, и галлончик бензина. Погнали. О, там вообще, ребятушки, супер. Ребятки, до финиша буквально осталось 1,5 километра, и мы уже приедем скоро. Так, ну что ж, ого, 140 тысяч заработали, довольно-таки неплохо. Классно. Так, я предлагаю купить вот такую молотилку, которая будет помогать нам справляться с заданиями. Новый галлон бензина. Так, ну что ж, ребятки, новый бампер. У нас немножко будет легче проходить эти повороты с новым бампером. Отлично, просто супер, отлично, хорошо идешь. В общем-то, автомобиль себе неплохо ведет, вот этот автобус, ребят. Показывает отличные характеристики, как в прыжках, так и в разбиваниях стен. Ребяточки, и мы с вами, ого, ребяточки, смотрите, как мы с вами далеко доехали. В этот раз мы доехали очень далеко. Так, ну что ж, неплохо. И заработали аж 160 тысяч, ребятки. Круто. Так, ребяточки, ну что ж, давайте, наверное, докупим бензина уже до конца. И потом, в следующий раз, уже купим, наверное, новый двигатель. Или ракетный двигатель. Я думаю, с ракетным двигателем мы уже должны доехать, ребятки, до конца. Еще пару раз, я думаю, дальше не пройдем это дело.
Ребята, посмотрите, куда мы доехали в этот раз. Еще совсем немножко, и там же нас ждал финиш. Но я вам хочу сказать, ребят, может, раскотимся? Там же хочу сказать, ребятки, что это довольно-таки круто. Нам буквально осталось 2 метра до финиша, ребятки, и мы это чуть не сделали. Так, ну что ж, я предлагаю ребятчике купить ускоритель. Теперь он, я думаю, нам поможет добраться до финиша. Ого, посмотрите, какая бочка наверху, ребятки, для установки ракетного топлива. Круто. В этот раз, видите, я где-то немножко притормозил, где-то немножко не так повернул, и уже и скорость не та. И то не то, и то не то, как говорится. Сейчас посмотрим. Вау, ребят, вот это да. Давайте, еще совсем немножко осталось. Бензин-то еще не моргает. Давайте. Отличненько, ребятки. И наконец-то мы на старую мельницу доехали и прошли этот уровень. И это, ребятки, просто замечательно. Так, ну что ж, ребятки, переходим на следующий уровень Silent Woods, дорогие друзья. Но это мы уже будем проходить в следующем уровне. Подписывайся на мой канал, если ты еще не подписан. Ты был на канале Funny Games. Ставь пальчик вверх. Пока-пока.